Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. И у нас сегодня еще мы не выполнили челлендж по машинкам, который мы, я надеюсь, сегодня выполним. Необходимо еще 3 машинки сбить нам больших, мощных. А, еще и светофоры, кстати, включать я забыл. Да. Надо нам включать еще светофорчики. О, отлично. Так, давайте включим. О! Так, смотри, опять мы не можем эту машинку сбить. Да ёлки-палки. К сожалению. Ну, рано ставят машинки. Мы еще не набираем жирок. Как вот, не знаю, самолет зачем-то поставили в начале игры. Странно. Так, что у нас здесь будет? НЛО, спасибо. Спасибо за НЛО. Ой-о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 й. 2 зомбика нам не хватило. Ладно, будем надеяться, что опять сейчас будет машинка у нас где-нибудь. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Взрываемся прям. Ой, давай, светофорчик. Так, я не знаю, либо светофоры брать, либо взрываться. Во! Не хватило нам, не хватило опять-таки. Чуть-чуть. Совсем зомбиков. Потому что мы там повзрывались. Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас наберем команду. Так, ну все, команда уже есть. Теперь нам нужна машинка. Где наши джипы? Ох, нифига! Провалились я из-за светофора. Надо, короче, в таких экстренных ситуациях светофор не включать. Иначе мы тут все повзрываемся. Или упадем, не дай бог. Так, ниндзя. Ну ладно. Отлично, отлично. Так, здесь мы не можем этого сделать. Ой-ой-ой, главное не упасть. Ой-ой-ой-ой. Так, подожди, а сколько сам еще светофоров-то нужно? Включите 4 зеленых светофоров в эпизоде Нью-Йорк. В Нью-Йорке чисто. А зачем мне взрывать в других местах? Мне в других местах взрывать не надо. Так, вот мы переродились. Только в Нью-Йорке. Ага. А светофоры везде горят. Ладно. О, провалились. Все. Так, знаешь, что я сделаю? Я зайду в магазин. Поменяю зомбоптицу. Вот эту вот уберу. А поставлю я, наверное, вот эту зомбоптицу. Да, на день прикид. Поменяем. Так, ух ты. А мы можем, в принципе, купить яйцо. Давайте купим. А, классическое яйцо. Ну, давай посмотрим, что же там в этом классическом яйце. Превращает 5% машин в монеты. В основном птица. Давайте мы ее и оденем. Оденем на вот эту вот. Все. Полетели. Пошли играть. Такие у нас машинки. Так, а вот у нас Нью-Йорк. Да, отлично, отлично. Выполнили мы это задание. Выполнили ачивочку. И теперь нам нужны вот эти машины, джипы. Теперь полностью нам нужно, ребята, так сказать, набрать жирка, чтобы вот эти вот джипы мы могли сбивать. Пока не можем. Так, 6 зомбачков у нас. Ух ты, отлично. Кто там меня словил? Кто? О, золото, молодцы. Золотые, золотые. Вот, отлично теперь уже. Хорошо, хорош, хорошо. Так, а эта птичка нам будет машинки делать золотыми. Ну, не знаю, как она справится с этим. Так, мне бы сейчас вот эту машинку бы найти. Ёлки-палки, нету машинки. Да, ладно. Так, 8 зомбаков. Мы не сможем даже сейчас. О, это толпа. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько упало много зомбиков. Где джипы-то? Алло, где джипики? Джипиков нету. Ох, теряем зомбиков. Капец.
Так, 11 всего лишь зомбачков. Нам нужно 12, чтобы мы могли открыть. Так, то, ага, в цунами, отлично. Может быть, сейчас попадется машинка эта. Так. Что-то смотри, заметь, машинок нету. А, вот машинка первая. Первая машинка появилась. О, да, и джипан. Ну, ладно. Теперь осталось нам два джипа сломать. Так, пока что 14. Ой, уменьшается количество наших зомбиков. Так, а эта птичка еще-то ни разу ничего не сделала. Странно. Странная птичка. Вот, что я... О, начала срабатывать. Только видишь, как она срабатывает, что я не успеваю все равно отреагировать на эти монеты новые. Так, дракошка. Дракончик. О, хорошо, что она успевает стрелять. Ой-ой-ой-ой. Ну где ты, птичка? Алло, что-то не сработало-то. Когда нужно. Ну все, закончилось время у нас. 8. Ух ты, нифига, молодец. Она самолет взорвала, офигеть. Вот, начала работать птичка наша. Какая она хорошая. Если я еще поставлю другую птицу, которая бомбочки делает. Ой, молодец, молодец. Ах, не хватило одного зомбака. И что-то мы все провалились туда. Да. Молоды. Давайте ачивку-то берем. Так, успейте... умрите от заблокировавшейся вас стены или припаркованной машины, вытеснивших вас за пределы экрана. Ага, понял. И нужно еще не есть первых 5 прохожих. Так, а я продам. 400 монет заработаю. Понятно. Давайте умрем от машины. Давайте сразу туда, от этой машинки, припарковавшейся. Умираем и ачивку получаем. Хорошо. Забираем ачивку. А, встряхните устройство, когда дорога вибрирует. Понял. Не ешьте 5 прохожих. 5 прохожих не есть. Ладненько. Монетки. Где у нас? А, вот смотри, прохожий, мы его не едим. Есть один. Так, ладно. Так, ах, этого мы съели. Ну, ничего страшного. Так, джип мы не можем взять, сесть. Этого тоже есть не будем. Так, это у нас не прохожий, мы его можем кушать. Тут главное, прохожих нельзя есть. Вот где толпа людей стоит обычно, вот если их не съесть, то сразу я ачивку выиграю. Так, что у нас здесь? Голд, золотые. А, золотые, золотые. Так, почему съели? Не надо было съедать, ну ладно. Так, монетки будем заработать. О, отличненько, отличненько. Пока что все нормально идет. Опа, есть, наконец-то. Мы еще и джип съели. Так, остался один джип, но съесть и все. И сегодняшний челлендж мы, ребята, выиграли. У нас, в принципе, большая толпа. Сейчас бы еще один джипчик найти. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Еще один джип нужен. О, да. Есть, выполнили мы ежедневное задание. Хорош. Хорошо. Так, теперь мне нужно прохожих нанести. Где у нас прохожие? Так, не хватает у нас одного, ладно. Так, ниндзя пошли у нас в бой. Перепрыгнули.
прохожего. Так, это у нас не прохожий, просто прячется чувак. Опа, отличненько. Все, и автобус тоже кушаем. О, еще один автобус. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Птичка, ты бы лучше вот этот бы автобус мне щелкнула. Ну, птичка не всегда срабатывает. Ах, прохожий был. Ладно. Все, ждем еще одного прохожего. А, вот, смотри, толпа прохожих. Есть! Внешне 5 прохожих. А-а-а, в смысле 5 прохожих? Надо было вот эту всю толпу унесть, что ли, получается? Ну ладно. И какое у нас следующее? А, внешне первых 2 прохожих. Ага. Так, все, приз мы вырыли. 15 золотых... ой, 15 бриллиантов. Всего 17. Ладно, поехали. Нужно не есть первых 2 прохожих. Хорошо. Первые 2 прохожих мы их не едим. Так, вот у нас первый прохожий. И сейчас найдем второго. Вот второго, не едим. Есть. Выполнили ачивочку. Так, у нас какие там еще задания? А заданий больше нету, в принципе, там. Таких особых. Так что, я думаю, можно будет нам разбиваться и получать ачивку. Забираем, и у нас еще тут... А, перевиньте 3 машины монеты с золотым бонусом. Вот это вот прям интересно. 3 машины монеты с золотым бонусом. Хорошо, экспресса и слизи угря. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.